популяризировать чтение в современном мире очень сложно. Но православные добровольцы Чувашии даже не думали опускать руки. Летний читальный зал на открытом воздухе приглашает чебоксарцев и гостей столицы провести время с пользой. Лето – это такая пора, когда хочется проводить на свежем воздухе как можно больше времени. Но любители литературы в этот период сталкиваются с некоторыми неудобствами. Так как им хочется почитать книгу, вместе с тем подольше побыть на залитых солнцем улицах. Замечательный выход в таких случаях – посетить летний читальный зал на открытом воздухе. Он предоставляет свои услуги бесплатно и без ограничения возраста. Пока взрослые знакомятся с книгами, журналами и газетами, ребятишки смогут принять участие в различных играх, интересных конкурсах и викторинах. Читальный зал в сквере Константина Иванова будет работать еженедельно по четвергам. Святые благоверные князья Петр и Феврония, святые покровители семьи. И значение таких праздников в наши дни очень велико, потому что Петр и Феврония явились образцом благочестивого супружества при своей земной жизни, что очень значимо для современных молодых людей. Также любой желающий может посетить литературный дворик, находящийся около Национальной библиотеки, и абсолютно бесплатно почитать различную литературу.